пациент нажимает на кнопку, считает про себя до 10 и вынимает. С августа 2023 года на базе взрослой Видновской поликлиники действует школа диабета, где пациентам рассказывают о правильном питании, режиме гигиены, приеме лекарств. Теперь в лечебном учреждении открыт эндокринологический центр, который будет принимать не только жителей Ленинского округа, но и всего Подмосковья. Мы очень хотели, чтобы именно в нашем городском округе был открыт такой центр. Наша организация работает с 96 года на территории района. Мы все время стараемся популяризировать знания о сахарном диабете. Открытие центра – это значимое событие, очень значимое событие. Мы, вот, как представители общественной организации, счастливы, что такой центр открывается у нас в городском округе. Центр открыт в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», реализация которого началась в 2023 году. Для заместителя главы Ленинского городского округа Татьяны Квасниковой общественников и прессы провели небольшую экскурсию по кабинетам, где работают специалисты центра. Мы сможем уже на базе амбулаторной помощи оказывать именно специализированную помощь не только по сахарному диабету, но и все по эндокринной патологии, потому что у нас теперь появилась лазерная операционная. У нас есть тяжелое оборудование КТ, МРТ, где мы можем диагностировать сложные заболевания эндокринные. В Ленинском городском округе проживает около 4300 человек, больных сахарным диабетом. В Московской области более 250 тысяч. Так что проблема весьма актуальна. Прием пациентов начался уже в первый день работы центра. С 2015 года я стою на инсулине с августа месяца. Потому что 2023 года. Да, потому что меня готовили к операции. Региональный центр эндокринологии, хоть и начал активную работу, будет формироваться в несколько этапов. Сейчас в нем числится 7 специалистов, и на сегодняшний день они могут принимать около 1500 пациентов в месяц. В нашем центре пациенты, которые будут к нам приезжать со всего региона, будут получать медицинскую помощь в рамках одного приема врача и специалистов. То есть он может пройти сразу врача-эндокринолога, нефролога, невролога, кабинет диабет стопы, обучиться в школе сахарного диабета. И все это за один к нам приезд. Впоследствии планируется, что региональный центр получит собственное помещение. Число специалистов, работающих в нем, будет увеличено до 20 человек, что позволит принимать больше пациентов. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.